Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель Стремоухов Анатолий Анатольевич. 16.00. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30. Курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос лектору». 17.00. Курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заплатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Курс нефрологии. Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30. Объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков. И курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00. Курс по общей врачебной практике. Читает Стремоухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенье. Курс «Живые легенды». Уникальные интервью с корифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edu-pediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-serrano.ru. До встречи в выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Серано».
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о таком виде лечения, как дистанционная ударно-валовая литрепсия при мочекаменной болезни. Что такое дистанционная ударно-валовая литрепсия? Это неинвазивный метод разрушения конкрементов мочевой системы при помощи ультразвуковых волн направленного действия. Что такое ДУЛ сегодня? Один из комплексных методов лечения или же забвения? По данным статистики, дистанционная ударно-валовая литрепсия занимает до 30% методов выбора при лечении мочекаменной болезни. И это неотъемлемо, поскольку достаточно хорошо зарекомендовавший метод, длительно существующий, и на сегодняшний день аппараты, производимые еще даже ранее, до сих пор работают и выполняют свою функцию. Немножко из истории. В 1980 году впервые немецкие ученые продемонстрировали дистанционную литрепсию на аппарате Дорне, а уже в 1987 году нашими учеными под руководством Николая Алексеевича Лопаткина и соавторами было произведено первое дробление дистанционного данного лавового литрепсии на аппарате, отечественном аппарате УРАД-П. Кстати, на сегодняшний день этот аппарат до сих пор работает и эффективно справляется с литрепсией конкрементов. Если мы посмотрим на статистику по эффективности лечения мочекаменной болезни и конкрементов до 2 см с эффектом stone-free, то есть с полным удалением, то при дистанционной данной валовой литрепсии, если мы возьмем лечение камней конкрементов почки, ДУЛ эффективно в 73-81%. Если мы говорим о мочеточнике, то эффективность дистанционной ударной волновой литрепсии достигает до 91%. При перкутанной хирургии эффективность stone-free занимает 91%, достигает 91%, при ретроградной хирургии от 79 до 94% эффективности. Ну и при контактном ультралитрепсии достижение эффекта при разрушении конкрементов мочеточника достигает от 94 до 100%. Исходя из этого, можно себе представить, что все методы примерно одинаковые, и дистанционная волновая литрепсия занимает одно из также ведущих методов лечения с хорошей эффективностью. Лечение как конкрементов, дробления конкрементов почки, так и мочеточники. Если мы говорим о выборе методов, конечно же, прежде всего должны быть определены показания. Показания складываются из многих факторов. Это и наличие аппаратуры, оборудования, любое оборудование, и аппарат дистанционного данного лова литрепсии, и операционное рентгенхирургическое оснащение эндоскопическими инструментариями. Также необходимо учитывать и возможности доктора, врача применить тот или иной метод лечения. То есть его компетенция в этом выборе методов. И если он обладает, если врач обладает методами, всеми методами лечения, то, конечно же, ему несложно выбрать тот или иной метод лечения именно под конкретного пациента. Также при выборе метода учитывается и вид анестезии, и прогнозирование эффективности лечения. То есть для нас самое главное – это полная санация мочеводящей системы от конкрементов и восстановление функций почки с минимальной травматизацией, с минимальным обострением противовоспалительной терапии. Показанием дистанционной ударно-волновой литрепсии является наличие мочеводящих путей в почках конкрементов от 5
миллиметров до 1,5 сантиметров. Наиболее эффективным является именно этот диапазон. Если мы говорим о комплиментах меньше 5 миллиметров, то, как правило, не происходит разрушения комплимента, поскольку это достаточно маленький размер для фокуса, и плотность комплимента не позволяет быть разрушенным. Свыше 1,5 сантиметров это уже возможности осложнений, такие как каменная дорожка, проявление каменной дорожки или же крупная фрагментация комплимента. Необходимо учитывать возможность визуализации. Обязательно у нас локация ультразвуковая и рентгеналогическое наведение. Ну и также надо учитывать возможность элиминации фрагментов, то есть отсутствие обтурации мочеводящих путей, перегибов, сужения мочеточников и так далее. То есть это надо все хорошо учитывать и обследовать до, после, до операционного периода. Из противопоказаний на проведение дистанционного данного лаболитрепсии является, прежде всего, это, конечно, острый воспалительный процесс, требуемый либо проведением лечения, либо дренированием мочеводящих путей. Беременность является противопоказанием, нарушение свертывающей системы крови и проявление менструации. Сердечно-сосудистые заболевания – это в основном аритмия и гипертоническая болезнь, в частности, кризы. Онкологические заболевания мочевой системы также являются противопоказанием проведения дистанционной эпилепсии, поскольку ударная волна может вызвать активное кровотечение из процесса, из опухолевого процесса. Эффективность дистанционного данного волновой эпилепсии оценивается по наличию обструкции мочевающих путей. Избыточный вес пациента – это всегда снижение эффективности эритрепсии, элиминация фрагментов, поскольку ударная волна имеет сопротивление при проведении. Плотность комплимента также является эффективностью при дроблении. Допустим, оптимальная плотность комплимента должна быть от 700 до 1800 единиц по Хаспельту, допустим, ниже 700 единиц, как правило, комплименты не разрушаются, поскольку это мягкая структура, и ультразвуковые волны просто проходят через, этот, через эту структуру, не повреждая, не разрушая комплимент. Свыше 1800-1900 плотности, также снижается эффективность литрепсии, поскольку очень большая, высокая плотность комплимента, и разрушение его возможно только лишь при значительных увеличении мощности аппарата, что является травматичным фактором для ткани почки или же мочеточника. Также наличие инфекции в мочеводящих путях является снижением эффективности при дроблении комплиментов и их выведение. Ну и химический состав камня также является основополагающим для эффективности при дроблении камня. Дистанционная эритрепсия может быть проведена как в монотерапии, так и в комбинированном лечении после перкутанной хирургии, ретроградной хирургии, после контактных эритрепсий или же сочетанием. Дистанционная данная эритрепсия может быть проведена как экстренным показанием, и где проводятся только лишь рутинные метаисследования. Также и в плановом. Ну, в плановом состоянии мы можем провести полноценное обследование для выбора именно этого метода лечения для пациента. Какие особенности возникают при амбулаторном лечении методом дистанционного ударного волновой эритрепсии? Да, этот метод возможен проведение амбулаторно, но возникает опасность различных рода осложнений вне зоны доступа к лечебным учреждениям, в частности, это почечная колика при элиминации фрагментов, активизация активности воспалительного процесса и так далее. Также затрудняет проведение контрольных исследований, поскольку это многоэтапное лечение и требует
проведение контрольных исследований не только сразу после эритропсии, но и через какое-то время. То есть доступность именно к этому лечебному учреждению необходима пациента для именно при амбулаторном этапе выбора метода. Какие методы исследования существуют для при лечении методом ударного волновой эритропсии мочекаменной болезни? Все рутинные методы, как уже говорилось раньше, и ультразвуковые исследования, и кондуктомография с созданием даже трехмерного и виртуального изображения для получения полного сведения о структуре и плотности конкремента, а также наличие обструкции мочеводящих путей в мочеточнике. Таким образом, дистанционного данного волновой эритропсии – это метод выбора лечения различных форм уролитиаза при отсутствии противопоказаний. И доля этого метода лечения, как я уже говорил ранее, занимает до 30% всех методов. Генерация ударных волн. Существует несколько генераций. Это электрогидравлическая, электромагнитная, пьезокерамическая. Разница в этих в этой генерации примерно одинаковая. Скажем так, более доступным на сегодняшний день является электромагнитная и пьезокерамическая генерация ударных волн. Необходимо для эффективности лечения необходимо знать определенные параметры, физические параметры, физические параметры установки. И существует такое понятие, как фокусное расстояние. Фокусное расстояние определяется от точки эллипса до фокусного пятна. Сам фокус имеет определенное расстояние. Он может быть в виде конуса и изменяться в зависимости от уровня давления. Может быть измененным или же постоянным. Есть фокусная площадь от 5 мм до 1,5 см. Таким образом, если имеется несколько уровней фокусов, то, естественно, можно подобрать для лечения того или иного размера конкрементов и его плотности. Допустим, не имеет смысла проводить литрепсию при фокусе 1,5 см, а на камень 5 мм. Какие подводные камни существуют при дистанционном данном воловой литрепсии? Но прежде всего разберем нефролитрепсию. Во-первых, это большая вероятность развития осложнений, в частности, обтурационного характера при размерах конкремента свыше 2 см. Также увеличение повреждающего действия ударной волны при повторных и множественных сеансах. Образование гематом. На сегодняшний день процент их составляет от 3 до 23%. И зависит от уровня мощности, частоты, количества импульсов. Также необходимо учесть и прогноз элиминации фрагментов и возможное образование протяженных камен дорожек при разрушении камня больших размеров. Если мы говорим о подводных камнях при уротеролитрепсии, то это снижение эффективности разрушения элиминации фрагментов при крупной и длительно стоящих конкрементах. И у лиц пожилого возраста, где перистатическая волна, скажем так, неактивна, и элиминация фрагмента происходит достаточно тяжело. При короловидном нефролитиазе также используется этот метод, достаточно редко, но используется в некоторых случаях. Что нужно учитывать? Достаточно большое количество осложнений и увеличение сроков госпитализации, связанных именно с повреждающим действием ударной волны при множественных сеансах и элиминации фрагментов. Длительная нетрудоспособность, реабилитация связана с возможным дренированием мочеводящих путей. При проведении любого вида лечения мочекаменной болезни необходимо все-таки учесть лекарственную метафилактику
и проведение в предоперационном, послеоперационном периоде лекарственной терапии. Связано, направлено не только на снижение воспалительного характера заболевания, но и последующая мелинация фрагментов и метафилактики рецидивного камнеобразования. На сегодняшний день при исследовании в предоперационном периоде необходимо выяснить выявление признаков обтурации, нарастающая ретенция мочеводящей системы, болевой симптом. Применяем препараты для профилактики и лечения, противовоспалительное лечение, различные антибактериальные препараты, уросептики. Также необходим подбор диеты, основываясь на составе камня в послеоперационном периоде, и изменение образа жизни для профилактики рецидива камнеобразования. На сегодняшний день, с учетом множественного приема препаратов, необходимо учитывать сложности при проведении антибактериальной терапии, поскольку антибактериальная терапия проводится короткими курсами, а необходимость длительного противовоспалительного лечения при мочекаменной болезни достаточно актуальная проблема. И на сегодняшний день мы прибегаем к препаратам растительного происхождения, в частности, препарат, известный как конифрон, который является комплексным препаратом и достаточно широко применяется при лечении мочекаменной болезни. Он обладает различными действиями, и противовоспалительным, и диуретическим, и спазмолитическим действием, а также снижает противоурию и предотвращает образование дальнейших инкрементов. Диуретический эффект препарата обусловлен в основном действием эфирных масел и фенолкарбоновых кислот. При этом надо учитывать, что выведение воды происходит без нарушения ионного баланса, то есть препарат обладает калиосберегающим эффектом, что немаловажно при длительном приеме данных препаратов данной группы. Противовоспалительный эффект в основном обусловлен наличием розмариновой кислоты, которая блокирует неспецифическую активацию комплемента и лепоксидогеназы с последующим угнетением синтеза лейкотриенов. Антиоксидантный эффект препарата в основном обусловлен розмариновыми кислотами. Доказано участие свободных радикалов в патогенезе очень многих заболеваний. Это атеросклероз, нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, диабетическая ангиопатия, ревматоидные факторы и так далее. То есть, благодаря антиоксидантным свойствам, флавониды способствуют защите ткани почек от повреждения именно свободными радикалами. Все лекарственные препараты и растения, входящие в препарат конифрон, обладают антимикробным действием в отношении широкого спектра патогенных микроорганизмов. К этим растениям относятся и коричневые, и кофейные кислоты, которые являются типичным представителем фенолкарбоновых кислот. И противомикробный эффект связан с влиянием на бактериальные белки. Эфирные масла также обладают антибактериальной активностью в отношении широкого спектра организмов, микроорганизмов в том числе и грамоотрицательных. Что нужно учитывать, что при длительном приеме данного препарата у микроорганизмов по отношению к этому препарату не развивается устойчивость. Доказано двойное действие конифрона на различные медиаторы воспаления, это простагландины, лейкотриены, которые обеспечивают высокую эффективность лечения и профилактики хронических инфекций мочеводящих путей. Противовоспалительное действие конифрона основано на наземных исследованиях в большом количестве случаев. Также на рандомизированных исследованиях показано, что конифрон действует спазмолитически на мочевой пузырь, обладая таким действием, как спазмолитик, что является особым условием при отхождении комплементов нижней трети мочеточника. Ну и также конифрон ускоряет отхождение фрагментов, комплементов после инфекционного ударного волнового или трипсии и увеличивает сроки ремиссии в послеоперационном периоде. Также доказано на большом количестве рандомизированных исследований.
Да, на данном слайде также показано, что канифрон способствует самостоятельному нахождению нутриментов, уменьшению противовоспалительного процесса в сравнении с контрольными группами. И что немаловажно, препарат канифрон регулирует кислотное состояние мочи и нормализует уровень мочевой кислоты при мочеэмболизме. И также доказано на большом количестве рандомизированных исследований. В ранее послеоперационном периоде после данного лаволитрепсии канифрон обладает очень хорошим действием по выведению нутриментов за счет своего и диуретического эффекта, и спазмолитического эффекта. Ну и канифрон эффективен в профилактике осложнений, в том числе инфекционно-воспалительных процессов за счет снижения лейкоцитурии, бактериурии после дистанционно удаленного лаволитрепсии. Препарат канифрон значительно снижает число рецидивов мочекаменной болезни после дробления. Доказано, что в течение первого года, практически в два раза, отмечается снижение количества рецидивов при применении данного препарата. Ну и таким образом эффективность канифрона в метафилактике рецидивного камнеобразования – это снижение уровня кальция и мочевой кислоты в моче, стабилизация кислотного состояния мочи и уменьшение доз медикаментозных препаратов за счет длительности, возможной длительности приема данного вида препарата. Таким образом, в заключение можно сказать, что препарат эффективен при лечении мочекаменной болезни как в предоперационном, так и в послеоперационном периоде. Он эффективен при усилении, он усиливает выведение солей мочевой кислоты, препятствует падению кристаллов, достигается более длительная ремиссия. И в реабилитации пациентов после оперативных вмешательств на верхних мочевых путей и нижних мочевых путей является эффективным препаратом. Если мы говорим о технологических инновациях, какие на сегодняшний день технологические инновации возможны при дистанционной эпилепсии? Прежде всего, оборудование должно быть мобильным. Это мобильная система. Полная комплектация систем связана с ультразвуковым наведением и рентгенологическим наведением, то есть должно быть и ультразвуковой сканер экспертного класса, и хорошая современная цифровая рентгеновская система визуализации. И, что немаловажно, необходимо иметь стол-трансформер с возможностью комбинированного лечения. Вот такой, скажем так, такие должны быть на сегодняшний день инновации при закупке аппарата для дистанционного данного лаволитрепсии. Возможность фокусировки модуля на спине и на животе, то есть, как я говорил, стол-трансформер и модуль достаточно должен быть мобильным. Необходимо увеличение глубины проникновения ударной волны именно для тучных пациентов, то есть вариабельный фокус или фокусное расстояние, которое должно быть около 120 до 240 мм. И также на сегодняшний день уже разрабатывается фиксирующий фокус, где уже не надо подбирать, скажем так, модули фокусного для фокусного расстояния и фокусного площади. Есть фиксирующий фокус, который позволяет уже подбирать под тот или иной вид размеров нутриментов. Также психологические инновации входят и в лечение вариабельности частоты импульса от 60 до 150 импульсов в минуту. И увеличение ресурсов ударного модуля. Как я говорил уже ранее, этот комплекс должен быть многофункциональным для выполнения любых видов эндохирургических вмешательств. На данном слайде показаны схематические возможности использования данного аппарата в любых спектрах. Это и в отношении выполнение любых вмешательств, любых осмотров, проведение лейтрепсии как на животе, так и на спине,
ну и даже приведение перкутанных вмешательств. Рентгенологическая локация необходима сочетание и ультразвуковой, и рентгенологической локации для точного наведения на камень и возможности более эффективного проведения литотрепсии. Ну и эффективность литотрепсии зависит, как я говорил ранее, и от размеров конкремента, от степени дилатации мочеводящих путей, от плотности конкремента, которые позволяют при том или ином выборе метода лечения позволять эффективно использовать данный вид лечения для элиминации, для разрушения и элиминации фрагментов. И желательно, чтобы этот метод лечения был однократным, то есть проведение одного сеанса достаточно было для разрушения конкремента и его быстрой элиминации из помощи водящих путем. Благодарю за внимание.